Весомые результаты есть и на Дальнем Востоке. За последнее время с применением государственной поддержки там начата реализация около 3000 инвестиционных проектов. Почти четверть из них уже завершены. Достаточно активен бизнес и в арктической зоне. В экономику, в социальную сферу дальневосточных субъектов за минувший год вложено более 3 триллионов рублей. Хорошую динамику показали и механизмы, которые применяются на территории макрорегиона, ну и, конечно, дальневосточный гектар, что позволило за 4 года создать около 1000 объектов социальной инженерной инфраструктуры. А земельные участки получили свыше 120 тысяч человек. Теперь это доступно, кстати, и жителям арктической зоны. Активно повышается уровень транспортной связанности внутри округа. За 3 года по льготным тарифам единая дальневосточная авиакомпания перевезла более 800 тысяч человек.